Всем привет! Наверное, все, кто смотрел фильм «Дюнкерк», помнят вот эти финальные кадры. Ну так вот, сегодня я отправлюсь в эти места и хочу увидеть эти белые скалы. Я пёхаю в гору, чтобы подняться на белые скалы. Хочу пройти как можно дальше, чтобы увидеть самые классные виды, чтобы поснимать. Мне кажется, здесь люди ездят на автобусе, но я, походу, этого не знаю. Ну и пофиг, я все равно пошел пешком. Пешочком. Для тех, кто пешком, здесь бесплатно, для тех, кто на машине платный, но вроде как тоже недорого. И в любом случае, после вот этого заборчика, вам придется идти все равно пешком. Вот такой забор, который, как его открыть? Боже мой. Дальше дорога до самого конца, до маяка, занимает 50 минут, судя по карте. Подходим к маяку, и здесь просто по пути какие-то невероятные виды. Вы посмотрите на это. Здесь прям, мне кажется, делаются все фотографии в паблике о красивой природе, о красивых пейзажах, о путешествиях. Все вот отсюда. Меня уже несколько раз чуть не сдуло в обрыв туда. Камеру чуть не унесло уже тоже раз 10. Обычайно красивый пролив. Он был создан для того, чтобы предупреждать прибывавшие корабли о том, чтобы они не сели на песочную мель здесь. Вот у людей началась экскурсия, на которую... Я не пойду, я просто поднимусь наверх. Пойдемте. Обратный путь. Идем обратно в город, на станцию. Фу. Впереди дорога где-то еще минут 40 обратно до выхода. И еще потом полчаса вниз в город.
Мы подкрепились, можно и потрудиться еще разок. Красота! Где красота? Вон она! Фух, я устал. Я чувствую себя Риз Уизерспун из фильма «Дико иду» по маршруту. Мне кажется, что из моих друзей, из моих знакомых и друзей здесь никого раньше не было, по крайней мере, я об этом не знаю. Поэтому я чувствую себя таким первооткрывателем. Здесь, в принципе, очень мало людей. И чувствуешь себя реально таким путешественником, диким путешественником по неизведанным местам. Я открыл это место, можете приезжать. Все, теперь можно.